График отключения жилых домов в Котласе от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. С 18 июня по 1 июля горячей воды не будет в домах по улицам Володарского, Нахимова и Портовиков. С 25 июня по 8 июля от горячего водоснабжения будет отключен центр города, который обслуживает южная котельная номер 1. Это улицы 28-й Невельской дивизии, 70 лет Октября, Дзержинского, Калинина, Кедрова, Кузнецова, Ленина, Маяковского, Милентьева, Невского, Толстого, переулок Чкалова и проспект Мира. Также в этот период горячей воды не будет в домах, обслуживаемых котельной номер 6. Это Виноградова 2 и Кирова 71. Со 2 по 15 июля от горячего водоснабжения будут отключены дома, которые обслуживает котельная Солевичегодского участка дирекции по тепловодоснабжению. Это Ленина 73, Кирова 70, Флигель 1, Володарского 2, 3 и 5А, Гагарина 26, 33, 39А и 41А, 7-го съезда Советов 72 и 74, Куйбышева 8, Октябрьская 31 и 38. С 9 по 22 июля от горячего водоснабжения будет отключен микрорайон ДОК. Это улицы Ермакова, Красносельская, Менделеева, Салтыкова-Щедрина, Спартака, Ульяны Громовой. С 23 июля по 5 августа от горячего водоснабжения отключат дома по улице Виноградова, а с 30 июля по 12 августа по улице Мартемьяновская. 6 по 19 августа горячей воды не будет в домах по улицам Вавилова, Герцена, Горького, Заводская, Заполярная, Кронштадтская, Садовая, Советская, Спортивная, Суворова, Угольная, Ушакова и Чернышевского. График отключения жилых домов в поселке Вычегодский от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. Со 2 по 15 июля горячей воды не будет в домах номер 55, 57, 57А, 58, 62, 64 по улице Ленина. В домах номер 1 и 3 по улице Серегина. В доме номер 6А по улице Загородная. На Ульянова 33А и Театральной 7А. С 16 по 29 июля от горячего водоснабжения отключат дома по Парковой 4, Крупская 6, Ленина 2, Ульянова 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15А и Ульянова 29, по Загородной 1, 2 и 3, Фурманова 12, а также по улице 8 марта 10 и 11.